Слушай, вы слышите? Было, было, и 90 было. Помню хорошо. Итак, Юдзуру Ханью, олимпийский чемпион на льду, спортсмен. Он хорошо сейчас работает, он хорошо тренируется. Этого недостаточно еще. Становится профессионалом, как станет, будет делать. И вновь мы слушаем Шопена. Шопена сегодня мы уже слышали. Да, прекрасная программа, прекрасная. Итак, чем ответит Юдзуру Ханью на программу? Сальхов, четверной, молодец, вытащил и стал сложное положение. Да. Очень здорово. 3-3. 4-3. 4-3. 4-3, господи, простите. Да, 4-3. Вот мы его видим с двумя четверными. Да, очевидцы говорят, что он... Мы его видим первый раз с двумя поменял, четверными. Поменял, да, поменял. Он да, мы первый отвечает. Раз его видим. Потому что он делал с одним четверным. Коротко про это. Да. Я имею в виду короткую. Короткую, программу. Короткую, конечно. То он впервые катает. С изумительного подхода и во второй половине акселя. Вот эти руки музыкальные, так здорово. Программа, только вставать хочется. Так она ему идет, и так он ее чувствует. Здорово все элементы делает в дорожке. Вращение, на ребре вращение. Сложное тоже положение. Сложное положение, сложное. Хорош, хорош, Ханью. Здорово, просто король, да. Здорово. Да, вопросов-то нет. Может быть, у него не столь сложные прыжки. Сальхов чуть попроще, чем четверной Луц, но справился исключительно здорово Юдзуру Ханью на домашнем льду. Он первый. Он первый. Он первый. И сейчас мы 100% увидим новый мировой рекорд за короткую программу, который ему же и принадлежит. 101,45 его результат. Он сейчас будет побит, причем побит, я так полагаю, что очень прилично. Вот что называется олимпийский чемпион. Он посмотрел, как выступают остальные, к чему идет мировое мужское фигурное катание, и ответил. Ответ. Я думаю, баллов на 10 он сейчас. Да, будет. Да, да. Вот где-то в районе 110 да, я жду оценки. А то, может быть, побольше. Баллов, да, да. Потрясающая программа Юдзуру Ханью. Потрясающая. И такие они молодцы, что они ее оставили. Потому что, знаете, вот бывает так. Вот я, например, не нагляделась в прошлом году на эту программу. Я хотела бы еще ее смотреть. Я хотела бы смотреть и чувствовать, и не переживать.
вот так, как сейчас я ее смотрела. К сожалению, не там, но здесь, но все равно. Прямо вот точно... Мне вот когда я точно вижу... Точно состояние вот этой музыки Шопена. Я когда вот вижу вот лицо Ханю, когда его показывают крупно, мне периодически становится реально страшно за его физическое здоровье. Он же весь там отдается. Вот как актеры бывает. Играют спектакль, когда для роли они проживают. Тоже немножко недокрут, но это не имеет значения. Ну, за Сальхов-то ему многовато поставили. За Сальхов-то прям многовато ему поставили. Ему поставили хороший плюс, кому надо угодно. Надо быть, знаете, олимпийским чемпионом, да, чтобы потом получить за Сальхов чуть-чуть больше, чем... Чем остальные. Остальные, да, которые только что приехали. Только что приехали и не успели акклиматизироваться. Вот именно. Ну что, Ханью показывает, что с ним, когда он в ударе, бороться практически невозможно. Он был очень собран. Будь ты хоть Чан, хоть Боэн Дзин. Он просто должен немножко заматереть. Вот видите, какой подход через крюк. Это сложнейший подход. Вообще сложнейший сам по себе даже элемент фигурного катания. А с него он делает с задержкой сзади. Отводит потом ногу. С него делает аксель. Но, знаете, нет сложнее захода. Нет сложнее захода. Надо отдать должное. Парень переигрывает всех. Понимаете, у него изначально, когда он родился, ему очень много дано. То есть вот если кому-то нужно ноги разворачивать, да, то он родился с такими ногами, с развернутыми. Ему в кораблик поставить ноги, это сложное положение, ничего не стоит. У него нога длинная, развернутая уже. Но вот мы видим напряжение. Носом кровь идет у Юдзуру Ханью. И теперь оценки. Оценки. Ничего страшного. Ух ты! Не 110, но 106,33 балла. 5 баллов превосходства относительно предыдущего мирового рекорда. Очередной прыжок в 22 век. Ханью первый. Дождемся таблички, посмотрим, на каких местах наши. И ясно одно. И Ковтун, и Меньшов в сильнейшей разминке. Но с таким Юдзуру бороться, боюсь. С таким Юдзуру надо выходить каждый раз и делать. И делать, заставлять себя делать. Потому что Юдзуру весит 40 килограмм вместе с ботинками. А наш весит, ему нужно еще над весом поработать. Он 3 килограмма скинет, 4, будет тоже летать. Ну, никак, с лета. Туда-сюда гоняется. Рецепт успеха от Татьяны Анатольевны Тарасовой. Итак, Юдзуру Ханью первый с гигантским каким-то превосходством над всеми, без исключения, соперниками. 106 с лишним баллов результат Ханью и 95-64 китайского фигуриста даже меркнут на вот этом фоне. Люди плачут. От восторга, Ну, так и есть. Потому что это шок. Это так, как я вот смотрела парное катание сейчас. Не смотрела, и комментировала, и плакала одновременно. И вот в восторге забыли про табличку. Забыли, но мы с вами все знаем, мы все видим. Вот она, наконец-то, появляется нашим взором. Итак, Такахита Мура третий, Ковтун четвертый, Меньшов шестой. Бороться можно, но боюсь, что с такими прокатами только за бронзу. Пока у нас очередная пауза, не пропустите соревнования.